Странько. Первая с огромным преимуществом. Столбова и Климов на втором месте. В свою очередь выигрывают довольно прилично у тех же итальянцев, у тех же немцев, я имею в виду Хауш и Венде. Более 4 баллов. Так, Вера Базарова и Юрий Ларионов, чемпионы России. Их знаменитая короткая программа на музыку Пуччини «Тоска». Браво! Хочется аплодировать вместе.